Всем привет, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор. Вот такие вот хлебцы хрустящие, ржаные, с ароматом чеснока, максивита, 120 грамм, стоили 13 рублей, в Светофоре. Конкретно их меня привлек состав, посмотрите. Самый обычный состав. Также какие здесь существуют. Мы уже пробовали со злаками и витаминами. В принципе, вкусные. А это ржаные. Давайте их вместе попробуем. Так, нам понадобится наша тарелочка. Так вот они сложены, их много. Вот так они выглядят, то есть на вид они самые обыкновенные. А пшеничные мы пробовали, они точно такие же, только побелее. Здесь есть, кстати, полосочка, чтобы их можно было пополам разломать. Вот так они выглядят внутри. И давайте с вами их попробуем. Довольно они вкусные. Аромат чеснока я не почувствовала. Ржаные. Чувствуете, что ржаные. То, что сладкие, нет, не чувствуется. Просто самые-самые простые, обыкновенные хлебцы, которые там, да, наверное, можно с чем-то поесть. Вот, но у меня их ест сын, моему сыну 2,5. Но он очень их любит, ест как печеньки, как просто какая-то вкусняшка. А напишите в комментариях вы, с чем вы их едите, как едите. Вот, потому что когда я их увидела в магазине, собралась взять, пришли две женщины, и они прям очень-очень много набирали именно ржаные. Говорят, нам очень понравились, они очень вкусные. И они прям пачек по 10, наверное, взяли, прям очень много. И, соответственно, я тоже взяла попробовать. Вот. Но они такие обыкновенные, просто хлебцы. Ничего такого особенного прям нету. Наверное, просто как вода с мукой. Типа сделано какое-то там тесто и как бы вот запожаренные там или что-то. Просто обычные. Вот, и также сейчас дальше, смотрите, будет пробовать мой сын их. И посмотрим, что, какая у него будет реакция на ржаные хлебцы. То есть пшеничные он уже пробовал, ему понравились. Теперь попробуем ржаные. И что он нам ответит на это? Да, я с вами не прощаюсь. Так, вот он наш эксперт. Эксперт наш. Что же он будет пробовать? Пепл. Вот такие, подожди, сиди. Вот такие вот штучки. На нее был у меня обзор. На, вставай. Опа, молодец. Был обзор. Кушай. Ржаная хлебца такая вот. Вкусная? Вкусная, Дим? Шоу. Что? Шоу. Вкусно, да? Такие вот они ржаные. Давайте тут покажу. А, ну, в принципе, вы видели. Они хрустят, скажи. Ароматные, вкусные.
пахнут ароматно. Ржаные вкуснее, Дим, чем те? Пшеничные или пшеничные вкуснее? Какие вкуснее? Вкусно? Эксперт. Попробование. Вкусняшка. Вкусно? А, Дим? Нет. Вкусно? Скажи, очень вкусно. Диме очень нравятся они. Ржаные он пробует впервые, а до этого пшеничный с витаминами. Мы пробовали, да? Скажи всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите наши влоги. Скажи, как я живу, чем я занимаюсь, да. Как я играю, путешествую, гуляю. Как я кушаю. Да, скажи, смотрите обязательно. И всем пока-пока. Помаши ручкой. Пока. Пока. Ты молодец мой.